Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог. Будут очень интересные покупки в Wildberries и Озон, организация хранения в доме и много всего интересного. Итак, поехали. Wildberries заказала еще раз вот такие салфетки. Здесь их уже по 120 штук, и они с клапаном. Мне очень понравились. И 200 с чем-то рублей. Вообще класс. За 3 штуки. Люблю. Показывала вам уже их. Пахнут классно. Ткань очень мягкая, пропитаны замечательно, так как нужно. Салфетки суперские. Клапан удобный. Вообще классно. Так, дальше. Что дальше? У меня пижамка. Заказала себе вот такую пижамку. Девчонки, в большом размере. Где он у нас? Наверное, на самой пижаме сейчас посмотрим. Размер не найду. 120 написано. Мне кажется, я взяла, девчонки, 58-й. Я забыла, потому что отзывы почитала. А, нет, даже 60-й. Отзывы почитала, посмотрела. Ну, во-первых, это пижама, она должна быть свободна. Бюджетная пижамка. У камеры опять с цветом играет. Он вообще такой лавандовый. Вот. Это шортики на резиночке. Свободненькие такие. Сейчас померю, потом посмотрю. Хлопковая, обычная. Я надеюсь, тут 100% хлопок. А, 70 хлопка, 30 полиэстер. Ну, нормально тоже спать. Слушайте, обычные такие вот шортики. И маечка по дому гонять, без всяких там прибамбасов. Просто вот маечка на бретельках. Я такое люблю спать. Спать, гонять по дому. Вообще красота. Ну, вроде большая. Но все равно почитала в отзывах в маломере, поэтому решила взять побольше. Что-то на рублей 600, по-моему. Вот эта пижамка понравилась. Покупочки Wildberries Озон. Купила вот такую щетку на Озон, крестюшки. Мне очень нравятся. Они бывают на скидках часто на Озоне по 90-100 рублей. Щетки классные. Мне нравится именно то, что здесь такая средняя жесткость. Они не совсем прям мягкие, от 0 до 3 лет. Классные. У нас одна уже такая есть, но щетки надо менять почаще. Поэтому, ну, за 100 рублей вообще не деньги, это рок. И именно вот эта вот серия Baby Neon, она вот часто бывает на Озоне на скидках. Так, дальше. Сейчас достану тебе, да, щеточку? Давай, достану, да. Зарядку для айфона. Отзывы хорошие. 200 с небольшим рублей. У Ксюшки теперь айфон. Понадобилась зарядка. У себя искали. И что-то нигде не нашли. И вот прикупили на Wildberries. Быстро пришла. Сейчас откроем, проверим. Не взяли с собой телефон, чтобы проверить там. И, кстати, провод. Ничего, вроде такая добротная. Сейчас на телефоне проверим. И посмотрим, работает, нет. Если не работает, я вам расскажу. Если работает, уже вставлять ничего не буду. Заказала себе браслет. Браслет из сапфира на Wildberries. Роскошь золота. Это магазин ювелирный. Он есть на Wildberries, на Озон. И просто как бы такой магазин есть. Васильковый сапфир. И вроде как они натуральные. Забыла, как называются, девчонки. В общем, есть... Камень прессованный, это как бы не натуральный, синтетический. Это камни, выращенные в искусственных условиях. А вот этот, он натуральный, но тоже он как-то обработан. Я забыла вот это слово. В общем, они вообще с пометкой идут. Если здесь сейчас на этикетке написано, я скажу. Я проверила, кстати, уже вскрыла на Wildberries пакетик, лежит он там вообще или нет. Смотрела, девчонки, там в вопросах деклассированный. Вот в таком пакетике был браслет. Вот такая вот открытка с любовью из Санкт-Петербурга. Роскошь золота. Значит, в Петербурге находится фабрика или не знаю что. Деклассированный, это вроде как-то термических обрабатывают. И все, камень натуральный. Я забыла, откуда сапфир. Они пишут, вот, кстати, этикетка. Сейчас посмотрим. Здесь должно быть указано, что он деклассированный, по идее. Вот, ДКЛЭ, это значит деклассированный сапфир, 18 сантиметров. Сейчас, кстати, залезал в карточку товара, 900 рублей уже стоит, а я брала за 600 с чем-то. Но надо мониторить, они бывают то на Озон, то на Wildberries дешевле такие. Сапфир почему взяла, опять же, по совету Лианы. Лиана, привет. Посмотрела по дате рождения. По числу судьбы, это мой камень, а у меня ничего из сапфира нет, поэтому захотелось. Вот, в общем, вся информация. Все, здесь ничего нет. И вот такой вот браслетик. Вот такой симпатичный. Сапфир, он, кстати, разных оттенков бывает тоже. Вот этот именно сиреневый. Что-то там прилипло, что ли? Какая-то ниточка, не пойму. Оно все вроде отвалилось. Так, застежка. Сейчас отцеплю, посмотрим. Ну, вот так он выглядит на руке. Кстати, на самое первое колечко застегнула. И, в принципе, ну, оно не в обтяг, скажем так. Хотя рука у меня не худенькая. Можно даже вот эту штучку запасную, чтобы она не моталась, оторвать. Потому что она не нужна. Она так прекрасно сидит на руке. Красивый, миленький, такой лаконичный. Как талисман. Что у нас с вами дальше? А дальше у нас с вами ручка. Очень интересный продукт для безопасности. Замручка 3. Ручка для пластиковых окон. Ручки. Для безопасности. Для безопасности... От деток, в общем. У меня Крис уже встает на стульчике. Я тоже вскрыла на Wildberries, проверила комплектацию.
У меня Крис уже может залезть на стул и залезть на окно. Она очень любит стоять на окне, под моим, естественно, присмотром. Тем не менее, за ручки хватается и так далее. И не дай бог что, сейчас уже скоро по-любому научится их открывать. И вот как раз на окошке нам такие ручки. Здесь комплект у нас с вами из трех. Они очень легко монтируются, там буквально 3 минуты. Будем с вами устанавливать их, потому что все-таки сколько случаев бывает, да, что вот детки из окна вываливаются, это очень страшно. Вот ключики. Вот сама ручка, тяжелая такая, добротная, прям добротная. Вот, собственно говоря, в ней замок. Мы ключиком поворачиваем, открываем, ставим, допустим, на проветривание. Опять ключиком закрываем, ребенок ручку не повернет, не откроет и не закроет окно. Также и закрытое окно, то же самое. В общем, вот такие штуки, давно на них смотрю, блокираторы, думала, окон или еще что-то. Но все-таки вот эта ручка, это как бы самый такой надежный вариант обезопасить, да. Вот здесь есть все крепления в комплекте. Вот они, чем мы будем прикручивать ее. Вот вторая ручка, вот третья с тем же наборчиком. Вот она, ключики и сама ручка. Вот они, крепления. 6 штук как раз их здесь на 3 ручки. Будем устанавливать, все вам покажу. Ну что, теперь будем приступать с вами к монтажу ручки, демонтажу и монтажу новой. На самом деле там все очень просто, справится даже самая хрупкая девушка. Итак, поехали. Что нам с вами нужно сделать? Нам нужно повернуть вот эту вот ручку в открытое положение, то есть окно открыто. Теперь вот эта вот крышечка, которая сверху, да, нам ее нужно повернуть в сторону. Одной рукой мне не очень удобно. А, вот, получилось все. Вот видите, здесь такая крышечка, и здесь у нас уже саморезы. Мы ее с вами повернули. Взяли отвертку, либо шуруповерт, и откручиваем шуруп, откручиваем с вами старую ручку. Вот так вот в открытом положении. Все элементарно, они легко откручиваются, как бы чем вам удобно, тем и откручивайте. Все, мы с вами открутили старую ручку. Сейчас здесь все как следует протрем. Нашу новую ручку мы тоже поставили в такое же положение, то есть в открытое, и вот эту крышечку повернули. Я возьму новые саморезы, которые идут в комплекте вместе с ручкой. Вот они, новенькие. И приступаем. Так, здесь мне одной рукой уже неудобно, поэтому мне будет ассистировать Ксюшка. Ксюш, держи вот так ручку. Вот, все. Вставляем саморез. Один, вставляем, второй и прикручиваем. Ну, еще взамен ключ. И прикручиваем. Еще ключ можно использовать. Вот так все просто. Буквально, не знаю, 1-2 минуты, максимум 3. Как следует прикрутили. Опачки. Вот так. Прикручиваем второй. Все очень просто. Еще золотые и красивые. Красивые. А какая разница, они сейчас закрыты будут все равно. То есть вы видите, да, насколько все просто. Любой справится. Так. Опачки. Все. Теперь мы с вами поворачиваем вот эту штучку на место. Все. Вот она у нас с вами. Закрываем окно. И сейчас расскажу, как работает этот механизм. И вот сейчас это у нас обычная ручка, которая открывается, закрывается. Тут проветривание обычное. Потом у нас с вами есть микропроветривание. Вот, микропроветривание не до конца. Все как обычно. Так, и теперь, если мы хотим обезопасить наше с вами окошко, мы берем ключи. Кстати, ключи для каждой ручки свои. Я сейчас попробовала, они подходят именно к этой ручке. Два ключика, то есть один запасной куда-то можно положить. И все. Видите, ручку не повернешь. Разблокировка ограничителя происходит уже настолько с помощью ключа. И любая попытка открывать створки окна или дверь, если на дверь тоже на пластиковую хотите такую ручку, да, куда-либо установить с внутренней стороны в закрытом положении, либо в режиме
проветривание уже для ребенка будет бесполезной. Все, он уже ничего не сделает, ручка никуда не двигается, никак ребенок ее уже не откроет. Что как бы очень важно для защиты нашего малыша. Теперь мы ее открываем. Все. Если нам нужно оставить окно на проветривании, мы боимся опять, что ребенок у нас с вами что-то сделает, мы снова вставляем ключик, поворачиваем один поворот, и все, окно не закроется, ручка не повернется, все в этом плане отлично. Вот я не могу сдвинуть ни окно с места, ни ручку. Вот такая красота. Ручки храним где-то в недоступном месте, но я вот могу, допустим, положить вот сюда наверх на холодильник, да, и ребенок уже точно не достанет. Ручка заблокирована. На эту сторону тоже также установим и установим в детскую. Все, больше ей залезть будет некуда. Просто супер. Установила вторую ручку. У нас это окно без проветривания, и мы его никогда не открываем, поэтому сразу его закрыла, и оно у меня будет постоянно закрыто. Тоже ключики спрятала. А вот это, когда нужно закрывать на ключ, когда нужно открывать. И сейчас третью ручку еще установим на дверь, на балкон. Потому что тоже, знаете, вот научится сейчас, пока она не умеет, и нет, она достает, но пока она не знает, как открыть, хотя она уже туда-сюда ее крутит. Зайдет на балкон, а там как бы открыта рама, и тоже опасно, поэтому хочу на дверь на балкон еще установить, а в детскую еще потом дозакажем, потому что ручки очень понравились. Вот и на дверь на балкон установили тоже ручку, отличная, новенькая такая, классненькая, супер. Можно теперь закрыть, и никто балкон не откроет. Ну все, я безумно довольна. Ручки такие красивые, такие простые в установке. Вообще 2 минуты, вы сами все видели. А самое главное, безопасность ребенка. Потому что, конечно, ситуации такие случаются часто. Знаю несколько, у кого детки выпадали из окна. Это очень страшно на самом деле. Поэтому мы обезопасились. Классно, супер, здорово, замечательно. Ссылку, естественно, вам оставлю в описании. Купить ручки можно на Wildberries. Там есть комплекты по 4, по 3, сколько вам нужно, столько и покупайте. Ссылочка будет в инфобоксе. Еще одна, но очень интересная покупка. Здесь такая большая коробка. Это этажерка, девчонки, на колесах. Трехъярусная. Я взяла себе в туалет, в ванную комнату. У меня как раз рядом с унитазом сейчас стоит полка. Но она такая из фикс-прайса, из-под обуви бывшая. И у меня стоит там всякая бытовая химия, туалетная бумага и так далее. Она еще малинового цвета, ни туда, ни сюда. И на просторах Озон я нашла вот такую трехъярусную на колесах. И мне понравилось то, что она у она даже уже, чем стоит там сейчас наша, то есть свободно будет выезжать и заезжать. Они есть двухъярусные, трех, четырех, но нам вот по размеру трехъярусная, потому что дальше там уже держатель туалетной бумаги, полочка, и трех не влезала. И высоко слишком, как бы, глаза бросаются, тоже нет. Вот это самый оптимальный вариант. Смотрите, у нее всего 129 ширина, то есть вот 13 сантиметров, да, это как практически коробочка, потому что они там так плотно лежат, тоже на Озон вскрыла, все проверила. 3 полки, 4 стойки, колесики 4 штуки, 2 съемных крючка, да, тут еще крючочки есть, вот тут вот, что-то можно повесить. В общем, удобно, можно такую и на кухню у нас такая никуда не влезет, за холодильник и за стол у нас там меньше 13 сантиметров, к сожалению, а меньше 13 сантиметров я вообще не видела, чтобы были. Удобно, что на колесах, то есть ее так вывез, взял там бытовую химию, средства для уборки, мне там все хранятся, что тебе нужно, обратно закатил. Вот это мне очень понравилось, убираться удобно, выкатил ее, протер там, все обратно закатил. Она белая, вот, кстати, артикулы, что на Озоне есть артикулы. Вот, так что сейчас будем с вами ее открывать и смотреть. Я уже тоже вскрыла, все там проверила, ну как проверила, комплектацию проверила, вроде 3,3 колеса. Перекладины какие-то, пластик. И вот таких вот сами 3 полочки. Сейчас соберу вам и покажу. Так быстро собирается, колеса вставляются. Так быстро просто вставляешь их в отверстие, и все. Вот так. Тут еще, походу, тормоза есть на каждом колесе. Прикольно. Все, я за 2 минуты, мне кажется, я собрала даже быстрее. Вот крючки прикрепила. Не знаю, зачем, может, пригодятся. Вот так она выглядит. Очень симпатично, лаконично. Вот у нас тут, смотрите, есть место, но она сюда не залезет. Вот сюда бы сантиметров 8. Вот тут вот небольшое место, тоже можно было какую-нибудь бутылочницу сделать. Но таких узких я не видела. Миленько, красиво. Сюда влезает, я имею в виду, ширина хорошая, вот даже литровый, да, гель для душа, и место остается. Туалетную бумажку красиво расставить. На верхнюю полочку можно даже цветочки, декор какой-нибудь поставить. Ну, допустим, вот мое дерево с кухни. Вот так, симпатичненько. И красота.
Все вместилось, вся бытовая химия моя влезла на нижнюю полку, средства гигиены, а здесь туалетная бумага будет стоять рулончиками, прям вот так вот удобненько на верхней полочке, вообще красота. Ну, на этом все, мои хорошие, надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Ссылочка на ручки под видео, проходите, смотрите, знакомьтесь. Всех люблю, целую, всем пока-пока.